Мечты сбываются, даже если для этого нужно изменить расписание поезда. Спецрейс устроили для мальчика, который загадал новогоднее желание. 7-летний Ярослав Кимовский часто ездил на лечение в Москву. Ребенку с особыми потребностями было интересно быть пассажиром поезда, наблюдать за проводниками и смотреть в окно. Он представлял, как здорово однажды было бы оказаться в роли машиниста огромного состава. Елка желаний и неравнодушные взрослые сделали возможным для Ярослава оказаться в кабине машиниста поезда. Для любознательного ученика первого класса возможность дать сигнал или даже самому остановить поезд запомнится на всю жизнь. Как и взрослым, которые сделали чудо реальностью. Самое главное, что мы сегодня сделали счастливыми Ярослава и его родителей. И, конечно, я хочу поблагодарить руководство Российских железных дорог. И это ведь можно равнодушно отнестись, а можно услышать просьбу маленького мальчика и стать настоящим волшебником.